Ребята, всем привет! Сегодня у нас такая миссия — спасение бутылочки. Ездили мы в тот раз с ночевкой, если будет ветер, извиняюсь, конечно, он будет на видео. Ездили мы в тот раз с ночевкой, и заметил я здесь, на месте, бутылочку. Похоже на царское, на царскую по дну. Это как бы одна из наших миссий. Заберем бутылочку, а потом поедем на новое место, посмотрим. Но если там ничего, либо не найдем, ну, есть другие здесь места, так что не страшно. Где-нибудь покопаем. Так, сейчас пробираемся пока. Вот она, ребята, лежит. Видно, нет в кадр. Лежит бутылочка. Забираем. Но, ребята, у нее интересное. Но вогнутая туда внутрь, как видим. Может быть, царская. Хотя, конечно, в такой мусорке откуда царская, но... Все равно стекло интересно. Брать, я думаю, можно. Вот такая бутылочка, друзья, с вогнутым дном. Но мы едем дальше, продолжаем нашу поездку, смотрим и переключаемся. Так, друзья, ну прибыл я на место. Конечно, место неотчетливое какое-то, холмов сильно не видно. Не знаю, сейчас вам покажу местность. Вот такая вот местность, ну не знаю, вот это холмы, что за холмы. Ну сейчас, наверное, достану прибор, похожу, попробую. Горючку спалил, 10 литров заливал, лампочка уже моргает. Но еще десятка есть в багажнике запасная. Так что, думаю, прорвемся. Сейчас, наверное, чаечку чуть хлебанем. И попробуем походить. Трава такая, ну, не очень, как бы. Песок все-таки, может, что-то и будет. Гадов кровососущих пока нету. Комаров, то бишь. Так что... попробуем. О, ребят, засниму вам. Точно приехал. Ямы. Такие вот. А еще думаю, почему я прыгаю, когда еду. Так, это что у нас? Это керамика лакированная. Хутор был, как бы, получается, и не только в царские года, но и позднее гораздо. Так что мусора, наверное, будет много. Ну, попробуем, походим. Жара вот только конкретная стоит. Ладненько, беру прибор, иду копать. Так, друзья, ну не сильно далеко отошел от автомобиля. Сразу первый сигнал. Вот такая гильза. Там где-то в кустах, наверное, река рядом. Что-то люди какие-то кричат, отдыхают, наверное. Тепло, купаются, а я здесь. Жарко, блин. Ну, покопаем, попробуем. Так, друзья, ну копаем пока только гвозди. И гвозди непростые. Вот такой вот кованный красавец. Это очуметь. Такой здоровый. Ого. Что им забивали? Да им человека заколоть можно насмерть. Ладно, ходим дальше. Жарко очень, это гибель. Так, друзья, ну решил я немного ретироваться, так как там отдыхающих что-то много. Не будем смущать людей.
звуками прибора, и чтобы они меня не смущали, решил переехать здесь, недалеко местечко, где мы тогда клеща на машине видели, если кто видел наши ролики, знает. И где нашли советики. Походим, посмотрим, может, что-то и найдем. Хотя, конечно, жара такая, лучше бы, чтобы в людном месте быть. Ну, что-то народ бродит, оглядывается все, смотрит на меня. Не люблю это лишнее внимание. Решил переехать. Походим здесь. Находки будут, покажем. Смотрим. Так, ребят, ну пока ковыряю пробки. Одни, находок пока нету. Но я надеюсь, они будут, должны быть. По крайней мере, мне так хочется. Вот, сейчас пока ходил за сигаретами в машину. Блин, с машины вышел, сигареты оставил там. Сейчас подхожу к прибору, покопаем еще. Жарко, жарко, друзья, очень жарко. Солнышко греет, комаров нет уже. Походу, их всех жара высушила, нахрен. Да вот, друзья, красивый был, наверное, пузыречек. Горлышко такое вот только осталось. И, блин, за долгое время, наверное, сколько копаем вообще, как бы мало находится вилок, ложек. Ну вот, друзья, вилочка. Такая вот вилочка попалась. Копаем дальше. Так, ребята, замучился за целый день. Изжарился, лицо, наверное, грязное. Но, наконец, я вызвонил одну вещь, которую можно назвать находкой. Вот, друзья, стремя от лошади. Ушатанная, правда. Но все-таки стремя. Все-таки к находке можно отнести. Я уж все, хочу куда-нибудь еще переехать, не знаю. Или все-таки может походить, еще позвонить. Жарко, вода закончилась и жарко. Ладненько, сейчас решим, что будет дальше. Так, друзья, первый раз за мою практику я докатался до такого, что выкатал бензин. Ну, пески, что сделаешь. Сейчас литров 5 плескану, думаю, должно хватить. Думаю, должно хватить и до дома. И так. Сейчас, ребята, не знаю, проедем. Если время будет, еще походим в одно место. Нет, значит, домой проедем. Ну вот так сегодня. Что сделаешь? Так, ребят, ну переехал я на такое место вот. Вроде холмы есть. Не знаю, похожу, попробую чуть-чуть часик хотя бы. Может, здесь удача нам улыбнется. Мужичку помог сейчас, выдал по машину, сделал доброе дело. Может, дедушка хабар зайдет, порадует монетками. Ладненько, смотрим. Так, друзья, сразу на этом месте первый сигнальчик. Смотрите. Четырнадцать, устойчивый. Ребят, да я даже вижу. Сейчас как. Вот она торчит, ребят. Сейчас глянем, что это. И это у нас. О! Такая. Ржавенькая, но копеечка. 1986, по-моему. Сейчас. 1986, да. О. Находочка есть. Ходим дальше.
Не зря переехали. Так, ребятки, ну сниму для вас онлайн режим, может тоже копеечка, гляди. Нет, тут другой немножко сигнал, 10, до 10 доходит. Сейчас глянем, что это. Блин. Ребят, ну, кусочек проволочки. Такой вот. Жаль, что не монетка. Так, ребят, ну попробую заснять. Только что выкопал яму, какой-то необычный сигнал. Первый раз такое слышу. Сейчас посмотрим в онлайн-режиме, что там у нас. Так. Что там, что там? Опа, ребята, вижу. Вы видите? А это у нас монитос. Ух, да в каком сохране, ребят. Оп. Упал песочек. Какой сохран монетки. И это у нас 15 копеек 1985 года. Есть. Вторая монетка. Супер. Копаем дальше. Так, ребят, ну и последний, наверное, сигнальчик на сегодня. 10-12, устойчиво. Может, еще советик? Сейчас посмотрим, копну в онлайн режиме. Так. Смотрим, выкопали. Да. 14-18. Последний, ребят, сигнальчик, это выкапываю и поеду я до дома. Фух. Смотрим. Так. А. Не, ребята, от пробки какая-то фигня. К сожалению, внимание, это вот как понять, да? Прибор бьет. И на советик бьет 10, 12, 8. И на вот это вот шнягу непонятную. Такой же сигнал. Ладненько, ребят, пойду я к автомобилю. Так, друзья, ну вот такой коп у нас получился. Вот такое количество шмурдяка я накопал за целый день. Ужас. Гильзы, пробки, некоторые пробки там даже оставил. Интересный гвоздь. Бутылочка, ребят. Глубокое дно. Не знаю, какая, царская, не царская. Ну и две монетки. Сойдет. Так что вот такой у нас сегодня был выезд. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписываемся на канал, обязательно поддерживаем. Всем пока, огромной удачи и до скорой встречи. Пока, друзья.